Я Каска, всегда слежу за вашей безопасностью. И сейчас расскажу, что такое жизненно важное правило КТК, их основные положения и где они применяются. Правило номер 9. Земляные работы. Обязательно нужно знать о том, что все подземные коммуникации должны быть определены и обозначены, соблюдены безопасные расстояния и обеспечены меры предотвращения обрушений стен траншей и котлованов. А также необходимо оградить территорию, на которой проводятся работы. Здесь мы видим невнимательность со всех сторон. Не установлены знаки безопасности и ограждения. Нельзя забывать и об обязательной оценке рисков. Также извлекаемый грунт и землеройная техника должны находиться на расстоянии не менее метра от края траншеи. Мы сложные работы здесь выполняем. Внимание, наше второе имя. О, а первое знаешь какое? Помнишь про наряд допуска? Здесь он тоже необходим, как и дополнительные разрешения на работы в траншее, котловане. Очень важно дополнительно изучить специфику по каждому виду работ. Ведь наша работа связана с рисками и опасностью. Не забывай об этом. Ну, теперь ты точно готов? Готов приступить к работе?